Всем привет! Сегодня я буду слушать «Палача. Идеальный пациент. Седьмой раунд». Ну вот, многие его просили послушать, я его слушаю первый раз вообще. Ну, плохо, когда в батле, потому что все-таки батл – это специфическое творчество, которое может быть, ну, то есть, мне кажется, не очень удачно знакомиться с новым исполнителем именно в батле. Ну, а там, кто знает, а вдруг понравится. Хоть нам нельзя возвращаться, источник ведь иссяк, не зря кину монетку, но шансы всегда 50 на 50. Так один раз, открыв глаза, увидел иную картину. Москва верит слезам и тостам с корпоративов. В стране талантов море, Яшин Страстрелли подрастают, и Саня, как Корин с Пашей, не смотрели Гангам Стайла. Думался депутат, сказав народ, прости меня, так тихо, и дети засыпают под Стивена Кинга. Пока повара опять за ножи не сжигают вышки, свет и тальжи, небо не загрязняет жив, причина за и любовь, а не пляцкий джин. Руки дошли до ремонта, без шуток, теперь-то надо. Кодекс был изобретен, бесшумный перфоратор. Закладок в книгах, не лесах, отчасти дико. Ты плясал, нет мысли выводить на фарма-рынок антидепрессант. Внутри это греет, я взрослеть без портвейна. Стараюсь стельку трес в первых рядах на концертах Кобейна и Вайнхаус. Прописки на части, идеальный мир. Осколки счастья меньше молекул. Ну так, да, неплохо. С нами пойми. Их пепел развеем по ветру. Гребески на части, идеальный мир. Осколки счастья меньше молекул. Вопьются в ноги, останется крик. И протянется на километры. Ваня не пел про Чернобыль, ведь не было ничего там. В нелучевой болезни дни чертова четвертого блока. Нет короны и лени, ни капли, хотим работать. У Петрова в паблике один редактор и один подбородок. Джонни не косит в рэпе под Мэттерса, в сити под Баттерса. Нет слов и версусов разом, как следствие, нет контрабасеров. Дети пропали со стримов, затишье, как духи бесследно. Седьмое на семнашке в паре с братишкой Илёха Инсейна. В рэпе эталон, это не канабинол, это нол. В глазах прокурора не виден облом, не пилит бабло. Мир объединён воедино, в этом пиком домино. Золото в отслуги не опаковали на матче Зенита. Пьянь в экипаж, колонка клочья с гитарой. Отвезите меня в Эрмитаж. Мой мир краш-тест, где в стены не верит манекен. В нем на фитах Егор Булавкин, Ленина пакет. Доппельгангер с дыркой в виске, известнее не видал панацеи. В мире таблеток и смеха, я здесь идеальный пациент. Ребески на части, идеальный мир. Осколки счастья меньше молекул. Сны не случаются с нами, пойми. Их пепел развеет. Когда узнал твой кореш Дунадан, я пью до дна за вас. Нести хуйню так не сможет матран. К вашей площадке хуета, но включаю, обещал. Там ты кидаешься трусами, он получает леща. Вот это хайлайты, нам дарят лайф-батлы. Их кадра последний хедлайнер, как братана не тащили таланты. Я как ценит, тут без шума и плавно. Мимо Адольфа к Браун, видя как ебу оффлайны, кайфует только райт-раунд. Паша, что тебе ставить в харизму? Узнали, не будешь богатым. Ты лишь закос под меня в нулевых и девятом. Мой текст слишком непонятен, вам декодинг на пробу. Не понял. Это не автор графоман, это вы долбоёбы. Кадроворон попал не на того, второсортный оффлайнер. Удар топором, третьесортный певец, меценат постеронии. Хозяин поблоса с цитатами гнойного. Все твое я, каналы и паблики, там одна грязь. Так вы батлите, ВК, Телеграм, ты онлайн-натура. Создатель кадра, копирайт, дуров. Постороничный поэт, блять. Не идеален мир, все в нем детали мы. Двигатели не на высоту, а скапиталены. Пусть форум сдох давно, его огонь в глазах потух. Над головой гордо несу по батлу знамя хип-хоп-ру. Не идеален мир, все в нем детали мы. Двигатели не на высоту, а скапиталены. Пусть форум сдох давно, его огонь в глазах потух. Над головой гордо несу по батлу.
Ну, знаете, вот этот стиль наезда, да, тот, который как раз я люблю, это вот здесь так вот этот палач вместе с Катаравасером. Это он против другой, да? него, да. А, против него, понятно. Ну, мне понравился, во-первых, вот там он очень мелодичный получился, вот особенно вот эта женская часть. Вот, вот этот вот наезд, который я люблю. Но вот если там тут смотреть, да, их две части было. Вот первая часть, она была более мелодичной, и поэтому она мне понравилась больше. А вторая часть такая уже порезче, и что-то мат появился, и все такое прочее. Вот, поэтому, ну вот смысл не вдавалось, просто как-то вот именно смысловая нагрузка мне была в этот раз не важна, мне больше как-то нравилась именно музыкальность. И в общем-то, я, конечно, уже подзабыла, кто мне там больше всего нравился из этого седьмого раунда, это последний, да, который... Вот, кого мы там слушали-то? Ну, ничем не хуже, чем Steam, допустим, и Noise. Может быть, по смыслу, допустим, у Steam было больше юмора, а здесь его не было. Ну, неважно, в общем, короче, по ощущениям, вот Палач ничем не хуже. Хотя я его первый раз слушаю, но, видимо, он все-таки тоже там где-то на музыкальном олимпе. До седьмого раунда добрался. Да. Видимо, он где-то там на музыкальном олимпе не последний человек. Ну, собственно, и все, что я хотела сказать. Всем пока!